Всем приветики! Сегодня я как-то не очень-то собиралась снимать видео, но все-таки в процессе решила снять. Сейчас кратко расскажу. Во-первых, смотрите, какие у меня ужасные корни, их надо сегодня будет покрасить. Убираюсь. Я в процессе уборки, у меня на кухне такое. Все чищу. Духовку, там этот гриль, плиту всю, вот шкафчики, поверхности. Часть я с шкафчика все-таки помыла. Сейчас я вам покажу, как было, как стало, наверное, частично. Но нишу я до сих пор не перебрала. Ну ладно. И что? Хочу помыть полы. И к вечеру мы еще сходим, прогуляемся в магазин. Мне надо купить кое-какое косметическое средство, поэтому надо сходить будет. Откладывать дальше некуда. А, что я решила снимать? Я вот, например, сейчас убираюсь, да, и сама включаю хозяйственные всякие влоги. У меня есть несколько блогеров, на которых я подписана, и вот как раз они такую повседневность снимают. Я люблю, например, такое. Вот. И мне кажется, что это как-то поддерживает, вдохновляет тоже на свершение на кухне, я имею в виду. Уборку. Вот, сейчас я вам покажу, что я уже сделала. Например, я постирала коврики. Видите их, как клашматит там эту палку. И сейчас еще один надо поставить на стирку коврик. Он белый, поэтому стираю отдельно от цветных. Вот так у меня сейчас в процессе кухня. Посмотрите, у меня где-то я кофе рассыпала, что-то пролила. То есть это вот все надо перебрать, выкинуть непонятные вилки, ложки ненужные. Самый нижний ящик у меня тут и крупы частично уже, что-то старое тоже надо выкинуть. Например, вот что произошло, видите, вот здесь вот грязючка какая-то. Это кунжутные семена, одни и вторые. Почему так образовалось? Потому что в том верхнем дальнем шкафу, вернее, в верхнем шкафу, где у меня сейчас там приправы, кунжут завалялся, а я думала, что он закончился. Пошла и купила новую большую пачку. И оказалось, что у меня теперь много кунжута, здесь не переесть. Это турецкий горох, как нут. Но я его ем очень редко, тоже стоит, черт знает сколько, может быть, даже и выкину. Так, тут кто-то завелся. Отлично. И перец не помог. Здесь гречка, она достаточно недавно купленная. Здесь просто так. Здесь. Вот, короче, все это перебрать. Еще один ящик тоже идет. Вот такие крупные всякие вещи. Тоже кучу надо выкинуть. Чем не пользуюсь. И разобрать, помыть. Вот уже сколько я приготовила на выброс. Здесь у меня уже давно лежит такая чаша, у нее сколы везде, она очень старая. И даже здесь вот резиновое такое кольцо, это хорошая, качественная была вещь, но здесь даже вот грибок, я его сколько не выводила всякими хлористыми веществами. Я тут. Старые дешевые всякие палочки. Ложка, это Zara Home, облезла вся. И такие беспонтовые вот такие приборы, ситечка, но так сильно почернела, некрасивая. Например, вот такую лопатку мне дали чай нагребать, но она у меня лежала, так я ей не пользуюсь, неудобно. Сломался этот взбивать пенку. Ситечка порвалось тоже, видите. Видите, новое надо. У меня там на заднем фоне сумо идет. Палочки одноразовые. Очень хорошего качества. Я с этим сумо отвлекаюсь постоянно. О, проиграл. Окей. И вот тоже очень жалко выкинуть.
Ну, я их оставлю. На самом деле они пригождаются, когда вот кто-то в гости приходит, например, да, и таких палочек не хватает, одноразовые можно использовать. Вот эта вот штука, ну, с Икеи, это на дно всяких ящиков, да, класть. Я давно уже это все купила, лежит годами эта пленка. Вот сейчас помыла ящики и как раз таки дно покрою. Дальше. Вот эти щипцы. Фигня. Икеевские. Лопатка. Уже, видите, какая некрасивая, надо ее выкинуть. Вот новая есть лопатка, не знаю, откуда она у меня. Я уже ей пользовалась нормально. Так, вот эти вот щипцы тоже фигня. У меня их двое, потому что их двое на Боре шло, это икеевские. Надо одни оставить пока, а одни вот убрать. Скалка, у меня такая скалка. Вообще это не скалка, а перетирать кунжут в специальной тарелке. Вот такая вот ступка. Но я ее использую как скалка. Мне вот удобный размер, маленький прям. Очень. Уже, кстати, много лет. Щипцы силиконовые. Это от Стова. Вот когда мне я покупала кастрюлю Стов. Не могу сказать, что они удобные. Что-то брать нормально. А вот, ну, если слишком большое, либо тяжелое, уже тоже они не очень. Так. Не, это 100 лет этой поварешки. Тоже надо уже сменить ее. Очень хорошая силиконовая оказалась лопатка. Это стобовская. Очень рекомендейшн. Лопатка вот такая. Переворачивать. Не знаю, купила. Не так, кстати, давно, но что мне не нравится. Сюда тесто прилипает. Его очень тяжело потом отодрать. Если вот, знаете, вот бывает тесто, когда переворачиваешь, одна сторона уже припеклась, а другая-то еще сырая. Потом это прижаривается, постоянно все это отколупывать. У всех такая проблема или только у меня? В общем, я хочу, но более еще, более тонкую, более такую гладкую. Господи, у меня ногти после семечек, это ужас. Ладно. Эта штука, мыть рис и вот выливать через эту сетку, чтобы рис не убегал у вас вместе с водой. Силиконовая кисточка икеевская. Ножницы, которыми я пользуюсь, кухонные, резать мяско, траву всякую. Это палочки большие, длинные, которые, это для варки, когда вы готовите, для готовки. Но у меня есть новые, поэтому я эти хочу выкинуть. А это еще и сломалось, видите. Старые ножницы. Ложка керамическая для набы. Вообще тоже неудобная. Не особо удобно. Я, допустим, вот набой в прошлом году, ну, прошлой зимой, этой зимой, прошедшей зимой, вообще ни разу не варила и не пользовалась ею. Ладно, выкидывать не буду. Вот. Это шло в наборе к чаше такой же деревянной салатницы, но она треснула, и через нее стал сок просачиваться. А эти штуки были хорошие, но вот это, видите, какая страшная. Но она мне очень нравится. Так грязно, помыть надо. Пока оставлю, но вот мне надо срочно ее заменить. Щамоджи. Это рис перемешивать и накладывать. Специальная лопатка. Это, кстати, икеевская. Продается в Икее, да. Я не думаю, что в русской есть, потому что это востребованный товар здесь, в Японии. Открывашка для... Ну, штопор. Чеснокодавилка. Пресс для чеснока. Так. Не нравятся мне эти штуки. Это щипцы. О! О! Как у него? Не очень удобно вот это кольцо. Так. Это пенку я собираю. И вылавливаю что-то из масла. Быстренько надо... достать. Хорошая штука. Так, это моя чистка для моркови и всего, что конусовидно длинная. Я картошку таким не умею чистить почему-то. Мне проще картошку ножом. Дальше венчик, конечно же. Еще штучка. Она шла в подарок к миксеру, когда я покупала миксер. Вот лежит. Не знаю, но вот такие вещи, они просто такие долговечные. Не знаю, для... Ну, вот купила. Вот когда она у меня...
перестанет работать никогда. Так, вот эту штучку я купила делать гёза, чтобы тюк, и все. Маленькие варенички. Лежит, ни разу так и не пользовалась. И яйцо резать. Струнная гитара. Все. А, дощечка, чтобы васаби натирать. Здесь, видите, это шкура ската. Она жесткая, высушенная, и на ней очень хорошо васаби тереть. В корень васаби, я имею в виду. Также, кстати, можно и, как он, имбирь. Маленькая для чеснока перка. Так, что еще? Это икеевская для ножей заточка. И коврик для маки, роллов. Заворачивать что-либо. Или это, кстати, не только для роллов любых. То есть это яичный ролл тоже, когда делаешь омлет, чтобы ему форму придать, тоже это используется. Так, вот здесь я ляпнула. И здесь я уже ляпнула, да что ж такое. Ну, в общем, прошло какое-то время, мне пока что нравится. Я здесь все высвободила, выкинула лишние вилки, ложки, какие-то палочки, куча было. Осталось всего 3 пары. Дальше. Здесь тоже очень много повыкидывала. Оставила самое-самое необходимое, чем пользуюсь более или менее. Здесь была у меня аптечка. Теперь я сюда поставила посуду. Ту, которую я задолбалась брать вот с этого шкафа. Здесь надо убрать всю посуду, которую я не хочу пользоваться. Я купила взамен красивую там японскую всякую. Всякую хрень надо повыкидывать. Видите, она у меня почти вся не цветная, не красивая, либо какая-то, ну, не понять, короче, что, не нравится мне. В общем, я это задолбалась, решила здесь вот так по одной практически вот так вот выставить. Кружки тоже очень много, там у меня были серия кружек, 3 штуки, я рыбке отдала их. Оставила только вот последние свои приобретения. Вот это японский фарфор. Это тоже в японском стиле, тоже пара еще есть там, она просто сейчас у меня вымыта. Вот это моя любимая кружка для горячего зеленого чая. Это кофейная кружка, которой я обычно пользуюсь. Это что у меня, царапина? А, нет, это болтик там. Пользуюсь зимой, когда пью кофе, чтобы понемножку наливать с кофейника, чтобы оно быстро не остывало. И остатки кружек, и то я еще рассматриваю, что оставить, что не оставить. Пока так. Поэтому вот в этом ящике у меня то, что вот эти вот тарелки неудобно сверху убрать, лучше отсюда. Здесь также у меня новые мои приобретения. В японском стиле я покупала вот такую посуду. Розеточки. Очень удобные. Вот эта вот серия. Люся мне говорила купить все. Они все разные. Их еще 2 штуки есть. Посмотрите, какие они красотки. Смотрите, здесь у меня глухари или куропатки. Кто это? Куропатки? А это кто сидит на дереве? Здесь просто слива зимняя. Еще 1 4 и 5, но сейчас там как чем-то занята. Также вот такая чашка красивая очень, да? Очень тоненькая, очень такая легкая. Рыбки я вам показывала, такие они очень простые. Вот, и еще одна. Это очень подходит для того, чтобы налить сюда соус цую и макать холодную лапшу гречневую, соба. Вот. Это, в принципе, тоже подойдет. Вот это лучше. Та лучше под маринады какие-то, ну, соленья. И еще одна, более глубокая секция, ящик. Здесь у меня тоже последнее приобретение. Вот такая, тоже в сторис я выставляла и спрашивала, это как, для оливье оставить? Салатник для оливье. На самом деле здесь это используют под холодную лапшу с бульоном.
Вот, потому что такие тарелки, они действительно, я раньше недопонимала, они имитируют как бы лед, разломы леда и леда, разломы льда. И получается, что вы холодную лапшу едите из куска льда, тем самым как бы более освежающий такой эффект есть. Плюс вот эти пузырьки очень красивые. В общем, мне очень понравилась она. Долго искала, кстати говоря, вот купила. Тяжеловато, но красота. Еще одна салатница. Салатник большой такой, тоже в японском стиле. Кажется, что очень массивная и тяжелая, на самом деле очень легкое дерево. Лак уруши здесь. Здесь вот прям написано, что это уруши. Вот здесь. Очень тоже классная штука для салата, какого-то зеленого, объемного. Так, это вообще идет либо поднос, либо такая тарелка, или как это назвать, разнос, поднос. Вообще можно суши, можно мелкие тарелочки также вот составить. Например, вот эти какие-то, да? Таким набором, я не знаю. Вот так примерно. Вот. Ну, вообще, я его купила, если честно. Когда я его покупала там, в магазине, я хотела его купить небольшой поднос для чая. Когда я завариваю чай зеленый. Но также можно и какие-то нигири или суши на них налепить и выставлять. Дальше что еще? Вот это последнее приобретение. Такая чаша в японском стиле, глубокая, для рамена, для лапши хороша. Ну, вообще для тушеного, любого тушеного блюда. Тонджиру или чикодзенни, хоть что. И такая еще есть маленькая пиалка, она тоже сейчас занята. И куча у меня посуды именно, вот видите, деревянная, покрытая лаком для... Она подходит не только для мисо супа. Эти по одной штуке разные дизайны. Вот чикудзен не я ела из вот этой, по-моему, и даже, по-моему. Или я ела из этого, готовила на канал по-китайски лапки. Так, это крышка вот этой чашки. Вот так она подается. Без крышки, и это тоже без крышки. Здесь видите, какие красивые бабочки. Просто прелесть. Тоже вот это вот чики-чик. Это фирма, которая изготавливает вот такие вот плашки. Ну и не только, конечно. Вот такая тоже шикарнейшая моя находка. Такая тяжелая посудина. Тоже и салат из нее, и второе очень хорошо с нее есть. Я ем с нее окрошку прекрасно. Прекрасно. И еще в стиле, вот как для мисо-супа идет. Но это вот такая вот горшочек или как. Тоже можно что-то. Я планирую здесь большое чавамущи делать. Это омлет на пару в японском стиле. Здесь у меня вроде как бы чаё и кофе тоже надо все разобрать, все перебрать. И я хочу полностью это переставить туда, вот где у меня приправы или что, не знаю. Тоже вот это вот, откуда вся эта грязь, непонятно. Здесь тоже непонятно, то БАДы, то, короче, какие-то карри, тут этот порошок. Ну, все тоже вот. Это вот чудо-юдо. БАДы, которые я сейчас пью и не пью, и здесь... От окна, если открываю, очень сильно загрязняются все вот эти поверхности. Прям вот за меньше, чем за день уже все в грязи, все в пыли. Плюс, если я готовила, все это еще с липким таким налетом. Так, еще убралась я здесь. Уже немножечко есть бардак, но переставила сюда все чаи на верхнюю полку. Все, что касается чаев, и повыкидывала все, что... Не надо. Но я, наверное, еще Липтон тут выкину, потому что не знаю, каким образом он ко мне попал, но пить я Липтон не пью никогда. Это, наверное, на самый-самый голодный день, когда нету
прям нету всего ничего, и все позаканчивалось. Поэтому так, здесь у меня все, что касательно кофе, вот так вот. И каких-то вот какао, орешки, сироп. Здесь у меня корица, сахарница. И также у меня здесь хранятся чайники. Два заварника и кофейник. Так, здесь у меня что? Здесь у меня остались какие-то БАДы. Травяные чаи. Не помню зачем. Это надо выкинуть, наверное. Здесь у меня БАДы, да. Прям одни БАДы. Все, ничего другого нету. Сюда я переставила кофеварку. Так, это все так же. Так, здесь тоже супер неудобный шкаф. Вот в таких узких, видите, у меня узкий проход. По сути, это вот, я поставила сюда свой этот, где мой локоть заканчивается, То есть полтора, вот, ну, меньше моей руки, короче говоря, длины. Здесь были бы хорошо вот такие откатные глубокие шкафы, ящики, а не вот такой шкаф. Это вот я вчера съездила в русский магазин за русскими семечками. Тоже видите, как все? То есть надо либо купить корзины, которые удобно вот так, знаете, вот так брать и вытаскивать, смотреть, что в нем, а не вот так распихивать. Это вообще неудобно. Вообще никак неудобно. Поэтому мне сюда надо корзины купить специальные. Померить шкаф, подумать. Здесь то же самое. То есть очень узкие, глубокие такие вот полки. Конечно, банки. Вот у меня стоят банки. Их тоже надо повыкидывать. Многие уже. Здесь у меня рис. Здесь надо снизить вот эту вот, поменять высоту. Раньше здесь другой контейнер стоял. И сменить высоту, увеличить этих вот полок. Вот здесь я все расставила, сюда переставила все крупы. И также накупила вот эти контейнера, в которых здесь у меня все, что касается лапши. Спагетти. Вот такая лапша. Вот такая лапша. Это панко по-русски. Ну, типа сухари, только они не очень сухие. Здесь сахар. И там еще один такой же. А там, видите, то, что очень редко надо. И вот так вот банки. И сзади тоже две корзины стоят, как вот предыдущая показала. Тоже с хранением то, что часто не надо. Здесь тоже я купила вот такие корзины, чтобы было удобно выдвигать. А то получается, что туда залазить каждый раз очень неудобно. Здесь также у меня рис. Здесь у меня что-то, какие-то контейнера непонятные. Еще полы надо мыть. Я уже признавалась как-то, что я не люблю полы мыть, но надо. А еще я не люблю цветами заниматься. А у меня недавно какой-то жук пожрал все мои цветы. В общем, сейчас я вам покажу. У меня эти цветы, вот вчера я, позавчера я их убирала, потому что вчера тайфун был, их бы все пороняло. Посмотрите, как пожрал этот жук. Сидит такой безобидный. Я сначала не поняла. Ну, думаю, сидит там от жары и спасается, может быть. А когда я увидела вот этот вот трафарет, что он мне тут нагрыз, конечно, он был изгнан за бортик. И полетел он во всевояси. Мои несчастные цветы. По идее, их надо пересаживать, но вообще я этой историей заниматься не люблю. Выкинуть надо вот розмарин, который сдох окончательно. Ну все, я везде убралась, более или менее полы помыла. Осталось коврики занести, когда высохнут. Здесь все поменяла, пыль вытерла, все вещи разобрала, какие-то валялись. Тряпка сохнет, цветы мои несчастные. От коврики, небо. Так, время почти 7. Без 25. Надо бежать быстрее в магазин, иначе все закроется. У нас еще все до 8 работает. Представляете, пробежала сейчас в магазин, чтобы купить масло для снятия макияжа с глаз. Конкретного бренда.
а именно масла у них нету. Короче, время у меня осталось чуть больше 30 минут. Я сейчас буквально пару-тройку остановок доеду до Токио станции. Так, 8 минут, и я уже на станции Токио. Но метро, на котором я приехала, оно очень глубоко находится. И пока я выйду на нужную сторону и забегу в универмаг, это еще может занять больше времени, чем сама поездка. Так, Миу-Миу, так, где, что? Может быть, это второй, их же два здесь. Так, сейчас я порысачу куда-то. В ту сторону, скорее всего. Да. О, косметические находятся отделы во втором. Он разделен на две стороны. Даймара этот. Вот, я прибежала. Это Канеба и конкретно Лунасол. И у них это есть масло, которое для снятия макияжа. А, хай. Хай. Наконец-то я совершаю покупку. Мне нравится в Даймару, видите, у них собственные пакеты. Ну и как в любом универмаге именно. Хороший сервис и все такое. Выбрала себе еще карандаш. Дома все покажу. Довольная. Все, закрывается, бегем на электричку. Вот думаю, купить что-нибудь к чаю, но попа выросла, знаете, нереально. Может быть, не думать об этом, а просто идти на электричку. Красиво. Красиво. Да, телефон у меня уже старый, и на камере такие огни четкие, как, например, видите, в дымке. Ой, гроза. Ой-ой, мигает что-то. Это гроза? Что такое? Видно, стекло уже все поряпалось. Это станция Токио. Здание историческое. Отреставрированное, конечно, да. У нас гроза опять. Ладно, поехала-ка я домой. Красиво тут. Это вход в станцию. Один из входов. Конкретно Маруино-Учи. Вход южный. Красивенько. Вот я и дома. Пакетик. Водичку выпила. Еще зашла, все-таки не удержалась. Уже у себя на станции купила Монблан. Монблан, Монблан. Монблан, еще 5% скидки. Это было прям рекомендуемое. Монблан — это классическое пирожное с каштанами. Я каштаны очень люблю. Вот. И купила оливки. Не хватает мне чего-то, знаете, типа соленых огурцов или оливок хочется иногда. Вот. И покупка косметики. Лунасол масло для снятия макияжа. Смотрите, какая огромная бадья. Сколько тут миллилитров? 200. Отлично. Сегодня испытаем. Но нахваливает. И карандаш, и подводка 2 в 1. Блин, я думала, что это айлайнер с одной стороны. Еще думаю, что ж так дешево-то стоит. Получается, что 2000, 2 с чем-то. 2500, 2... Чуть больше, может быть, стоит. Вот. Так, видите, проблема в чем? Я думала, что это 2 в 1. И цена подходящая. Думаю, возьму, ладно. Но проблема в том, что он не водостойкий.
То есть он для склеры не подойдет. Там вот. Сейчас попробую. Есть разница. Вот я накрасила этот глаз. Ну да, он такой немножко более драматичный. Я сегодня делала подводку. Очень-очень чуть-чуть. У меня все такие иссохшие. Что-то я устала, говорить не могу. Вот. Но проблема в том, что не водостойкий, я вот с внутренней стороны подчеркиваю верхний ряд ресниц по росту, чтобы он не отпечатывался сильно, во всяком случае, внизу. Посмотрим. Если что, оставлю его на осень. Потому что сейчас пользоваться надо косметикой влагостойкой. Водостойкой, влагостойкой. Потому что очень жарко. И на улице, если ты выходишь, то у тебя макияж, конечно, может потечь. Поэтому мне не хватало масла для снятия макияжа. То есть вот я нанесла, у меня водостойкие туши. И у меня закончилась эта смывка от Mary Kay, которая двухфазная, которая растворяет хорошо все это. А пока я доберусь до Mary Kay-вской смывки, покупать другую я не хочу. Они часто мне не подходят, раздражают глаза. А масла более или менее подходят. Поэтому масло. Надеюсь, кстати, что оно подойдет. Я вчера не попрощалась. Поэтому покажу вам завтрак. Завтрак у меня яйцо, 3 оливки. На иранском лаваше мясо японское. Так, там у меня кофе в моей любимой кружинке. И монблан я, естественно, вчера не стала есть. Он весь у меня помялся. Я его уронила только что. Ну вот, кофе мне будет. Знаете, что самое классное в этом яйце? То, что я его обжариваю с двух сторон, но при этом желток остается жидкий. Монблан очень вкусный, очень-очень ароматный. Прям не ожидала. Да, утренний кофе удался. Отлично. Ну что, на этом я закончу свой влог. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!